Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметник, и сегодня вместе с вами продолжим проходить «Ведьму из Блэр». К сожалению, вчера был довольно-таки короткий такой ознакомительный ролик, буквально на 20 минут. Я надеюсь, что сейчас мы дойдем до какой-то хоррора, ужаса, где меня действительно пугает. Я даже задвинул шторочки, чтобы у меня дома стало потемнее. Давайте и перейдем к прохождению. Ну, как всегда, это будет у нас происходить хриплым голосом. Я надеюсь, сейчас я не буду блуждать по лесу, я найду, куда мне все-таки нужно идти. Так, Пуля, привет, Пуленька, Пуля, что происходит? Так, подожди, что за ерунда? Ага, все заработало. Стой. Нет смысла больше ждать, давай поговорим с Лейнингом. А, опять по новой, да? Ну, давай поговорим с Лейнингом, давай вызовем. Второй канал. Так, ладно, я понял. Элис, ты что тут делаешь? Присоединяйся к поискам. Элис, если ты считаешь, что обязан быть здесь, это не так. Я понимаю, что он его брат и все такое. Сэр, я хочу помочь, вот и все. Я что, зря с собой собаку взял? Со мной Буллит, если он возьмет след, то увидит нас прямо к мальчику. Тут ты прав, думаешь, справишься? Твое здоровье не станет помехой. Сэр, я не облажаюсь, не в этот раз. Раз так, ладно, только держись позади, проверяй, чтобы мы ничего не упустили. Вас понял, конец связи. Буллит, пора браться за работу. Старый коп пришел к делу. Буллит, а куда мы идем? Мы просто бы гуляем вдвоем по лесу. Я тебя веду или ты меня ведешь? Я не совсем могу понять. Так. Буллит, ко мне. К ноге. Хороший мальчик. Так, это все, это я понял уже, еще вчера я все это понял. Так, Буллит, искать! Seek. Давай, ищи! Lead on, buddy. Алкоголь, наркотики, все, что можешь найти, неси ко мне. Можно хавчик? Оп, молодец, нашел что-то. We're looking for Peter, not a search party, buddy. Друг, мы ищем Питера, а не поисковый отряд. Я смотрю, Буллит, ты не особо сообразительный. Ну да ладненько. Так, пойдем дальше. Прогуляемся. Так, подожди, мне там сообщение пришло. Буллит, ждать в меню. Так, что у нас здесь есть? Настройки. Нифига, у меня даже игры есть. Кобра Мастерс. Отлично. Ладно, потом поиграй, когда скучно станет ночью. Джесс, надеюсь, все в порядке. Позвони, когда будет минутка. Блин, я ж точно обещал позвонить. Так, с пиццерии. Только сегодня скидка 30% на третью пиццу. Закажите сейчас. Сомневаюсь, что возят в лес. Ветераны, конечно, заезжайте ко мне в офис, я покажу, как это делать. Кого делать? Не нужно ничего делать. Это частная проблема чистокровных пород, особенно бельгийских малино. Но не беспокойся, ничего серьезного. Так, слишком много у меня сообщений от ветеринаров. Почему они мне просто не звонят, а я с ними переписываюсь по СМС? Я только что видел странное видео. Там была женщина с пустыми глазницами, она стояла в спальне, я кое-что заметил. Это была твоя спальня, ночью она заберет твои глаза, если хочешь выжить, перешли это сообщение 5 людям. Буллит, у меня нет 5 друзей, у меня только 4 есть. Все, к нам женщина придет. Доктор. Ничего страшного, давайте перенесем на час раньше. Отлично. Шериф, ты можешь приехать в участок? Конечно, могу. Доктор. Здравствуйте, хочу напомнить, визите. Джесс, мне надо об этом подумать. Не знаю, о чем тебе нужно подумать. Он вышел из больницы, просто чтобы ты знал. Так, ладно. Мы идем в обход. Спенсер указал, что он что-то видел. Наверное, просто енот, но как-то так. Говорю тебе, это не енот. Да, конечно, значит, медведь. Буллит, ты видел, да? Видел.
Медведя с енотом перепутали. Шеф, осмотр моста закончен, ничего. Ай, сраные колючки. Ребята, вы же в курсе, что этот лес проклят, да? Если вернуться до заката, можно вообще не вернуться. Тогда давай найдем пацана и свалим отсюда. Хватит болтать, сосредоточьтесь на поисках. Точно, это был Элон. На лесопилке чисто. Отличная работа. Ого, парни, вы видели это старое дерево? У него от него мурашки. А вы знали, что во время войны за независимость тут жила одна ведьма? Она крала местных детей, высасывала кровь и творила всякое. В конце концов, ее поймали и повесили на одном из тех деревьев. Ингрэм, ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Проверь холм, Ингрэм. Так точно. Что ты там нашел? Что ты там нашел? Не сам уж точно. А кто-нибудь проверял там? Булли, да что ты гавкаешь постоянно? Ты давай пройдем уже. Ты гавкаешь и гавкаешь на одном месте. Да, с тех пор, как вы нашли эти пленки, мы всегда начинаем поиски оттуда. Ладно, парни, меньше слов, больше дела. А, точно, мне ж надо было Джессике позвонить. Давай наберем Джессики. История вызова, Джесс. Они что, там издеваются? Привет, Джесс, я получил твое сообщение. Привет, рада, что ты позвонил. Как продвигаются поиски? Да не особо, зато будет счастлив, что мы наконец-то выбрались на природу. И Джесс, я... Что? Я хочу извиниться, ты знаешь, как это важно для меня. Я знаю, просто не отталкивай меня, Элис. Веришь или нет, я на твоей стороне всегда была. Спасибо, Джесс. И звони мне, если что-то пойдет не так, ладно, я буду ждать. Договорились. Булли, ты нашел что-нибудь или нет? Ты постоянно гавкаешь. Иди, ищи что-нибудь. Ко мне. Буллет. Буллет, искать. Ищи, мы мальчика ищем. Мальчика, ищи мальчика. Ты что там, трюфеля нашел, что ли? Куда туда гавкает? Так, и что, куда? Апорт! Давай, взять! О, молодец, Булли, ты нашел что-то! Не, неси сюда. Что ты нашел? Дай-ка посмотрю, что это такое. Это кепка. Кто хороший мальчик? Вообще молодец, Булли. Отдай, с этим не надо играть, это потерянного мальчика. Возьму себе, своему отдам. Это реально кепка Питера. Надо поторопиться, можешь взять след. Давай, ищи след. Давай, нюхай. Давай, дружище, нюхай и ищи. Давай, вот тут. Я нашел кепку Питера. Ты нашел? Молодец, Элис. Оставайся на месте, мы придем к тебе и продолжим поиски оттуда. Не могу, Буллет взял след. Я не стану ждать, пока он его потеряет. Буду докладывать по ходу. Конец связи. Давай. Буллет, ты меня куда ведешь-то? Стой. Да ты че? А, блин, моя нога! Ё-моё! Болит! Блин, я себе, походу, прищемил что-то. Больно-то как, а? Проклятие! Надо найти Буллета и выбраться наверх. Буллет, да где ты? Мы с тобой мальчика ищем, а не играем. Буллет! Буллет, where are you? Буллет, ты где? Буллет, я боюсь здесь один ходить, это лес. Здесь туристы тогда пропали, здесь ведьма живет, по-моему. Зачем я вообще только под это подписался? Буллет! У меня сердечко что-то забилось.
Походу, таблеточкой пора принять. Валерьяночки выпить немножечко. Where the hell is he? Куда он подевался-то, а? No. Ой, нет, not только now. Не сейчас. Что-то мне... Соберись, Элис, уж далеко зашел, нельзя сдаваться. Что происходит? Я был уверен, что я сейчас только что здесь кого-то видел. Кто-то говорит вокруг. Голоса опять в моей голове. Успокойся, Элис, все в порядке, это у тебя в голове. Опять панические атаки у меня. Буллет! Буллет? Что происходит-то? Пожалуй, блягу посплю. Что-то приустал я немножечко. Булет. Пуля, дружище, подойди ко мне, пожалуйста. О, Булет, хороший мальчик, спасибо. А то я там пару кирпичей отложил, пока ты сюда шел. У меня ж в глазах потемнело. И кто у нас тут такой? Больше не бросай меня, малыш, ладно? Я не могу оставаться здесь один. Ты что-то нашел? Мы по-прежнему идем по следу Питера, хорошо. Давай, друг, веди меня. Не оставляй реально меня одного. Ты же понимаешь, ведьма придет, она может съесть меня. Это как бы не совсем хорошо выйдет. Так, и чё, давай. Куда, наверх? Блин, темнеет походу. Ты точно меня туда ведешь? Там людоеды не живут, меня сейчас там съедят. Так, подожди, у меня... Подожди, телефон звонит. Так. Так. Привет, Джесс. Элис, всё в порядке? Тебе плохо? Нет, я все в порядке, все под контролем. Просто пару кирпичей отложил и все. А по голосу не скажешь. Элис, может, тебе лучше? Я сказал, все нормально. Да, разумеется. Слушай, кажется, я что-то видел. Мне пора, потом перезвоню. Ну не буду же я ей рассказывать. Прости, Джесс, реально. Ну было бы странно, если бы я тебе рассказал, что я наложил штаны. Это было бы вообще не весело. Ты перестала бы встречаться со мной, каждый раз вспоминала об этом. Так, Булет, ты меня куда ведешь? Патрон. Чё-то мне кажется, это явно не короткий путь. Знаешь, все самые такие истории начинаются с того, я знаю короткую дорогу. Походу, это та самая история. И вряд ли она закончится чем-то хорошим. По крайней мере, мои джинсы уже испачканы. Туалетную бумагу бы найти где-нибудь. Так, ты чё, вот здесь, наверное, да? Пройдем, Булет, здесь болото. Так, ты точно след взял? Или ты просто прогуляться вышел? Мы сейчас с тобой сами потеряемся. Мы так сильно потеряемся, что даже не найдем то место, где мы потерялись. И откуда здесь тропинки посреди леса? Кто их здесь вытаптывал? Опа. Палатка. Может, здесь туристы какие? Это что, лагерь? Ну, похоже на лагерь. Пуля. А прикинь, если это лагерь тех туристов, которые пропали 5 лет назад. Они что, цепо убивали друг друга? Давай посмотрим. Так, камера. Потрепанная, но, кажется, еще работает. Хорошие аккумуляторы, видимо. Так, и что там? Что-то, видимо, интересное. Элис, нет, я в порядке, я разберусь, просто мне нужно чуть больше времени. Пойми, Джесс. Элис, тебе нужна помощь. У меня много получилось. Элис, я так больше не могу. What?
Что на этот раз? Я мало улыбался и говорил, я тебя люблю целых странных 5 минут подряд. Господи, Элис, ты сам себя слышишь? Я тебя отлично слышу, еще вижу, как ты на меня смотришь, как на гребаного неудачника, большого щенка, за которым нужен глаз на глаз. Откуда это, Элис? Элис, возьми себя в руки, побудь мужчиной хоть раз. Вот оно. Вот же оно. Вечно вам что-то нужно. Надеюсь, Элис, ты себе... Надеюсь, ты сможешь в конце концов себе простить. Я пытался тебе помочь, но... Я просто больше не могу оставаться рядом. Ну и катись, собирайся с нами, покойся. Ну ты борщи мне не готовила. Постоянно сам себе готовлю. Хоть бы раз мне что-нибудь взяла, приготовила, да убралась. Исходящая Джесс, она мне на телек звонит, что ли? Так. У меня есть ствол. Давай же, мужик. Элис, ты получил мое сообщение. Вы захотели меня видеться? Не просто так, я хочу тебе кое-что говорить. Булли, знакомься, это твой новый напарник, ему тоже в жизни досталось, совсем как тебе. Что? Сэр, я не могу. У тебя есть какие-то более важные дела, бери собаку и не выделывайся. Так, так точно, сэр. Отлично, мне теперь есть собака. И чьи-то глаза. Возможно, даже в холодильнике. Я что, отключился? Как я вообще проснулся в палатке? Зачем я лег спать в палатку? Темно, хоть глаз выколи, долго я же спал. Подожди, Буллит, тихо. Буллит, а может это... Я не знаю, может до утра поспим? Выглядит потрёпан, но относить новым вряд ли ему поставить 9-летка. Да тихо ты. А это что? Опять же штуковина. Нет, это другая. Похоже, кота слишком много свободного времени. Ну а чё? У каждого человека должно быть хобби. Ничего такого в этом не вижу. Опять камера. Ну давай возьмем камеру. И как она здесь оказалась? Внутри осталась пленка, что ж посмотрим, что на ней. Наверное, что-то интересное. Красные кассеты позволяют управлять реальностью, обращать внимание на окружение предметы, как вокруг вас, так и на видео. Перематывайте видео, чтобы изменить их состояние и положение. Чего? Улика. Так, тут... Подожди. У мальчика кто-то что-то забрал. Подожди. Какого фига? Какого? Это секунду назад этого здесь не было. Ты это видел, Буллит? Походу, эти грибочки явно были неправильные. Внутри остатки еды, им не больше пары дней. Это пленка, неужели она... Да не может быть. Это бред какой-то. Как пленка могла сделать здесь машинку? Наверное, это Питера, может, Буллит унюхает след? У Питера кто-то... Так, Буллит, на, нюхай. Так, ты знаешь, что делать, малыш, совсем как на тренировке. Хороший мальчик, ты был бы отличным полицейским псом. Если бы не твое что-то там, я не помню что. Так и куда мы, Буллит, идем? Ты уверен, что это нормальное место посреди ночи ходить? Хотя, когда ты рядом со мной, я чувствую себя в комфорте и безопасности. Ты для меня практически как прокладка для девушки. Придаешь уверенности в себе. Так, подожди, Буллит, что за фигня? Буллит, что это такое? С
странно, то, что кто-то сделал руками, ну что это? I didn't mean to. Какого фига? Подожди, Буллет. Стой, Буллет. Подожди. Сигнала нет, вообще замечательно. Буллет, кстати, контакты. Блин, а чё я не позвонил Эшли? Самое время позвонить Эшли. Блин, сигнала нет. Ладно. Подожди, Буллет. Тут у нас игры есть, ты забыл, у нас есть Кобра Мастерс. Так. Ты ж тоже любишь играть змейку? Посреди леса ночью. Ну вот, почему бы и нет. Блин, а почему я не позвонил Эшли еще кому-то? Так, давай сюда. Ладно. Ладно, мне надоело играть. У меня здесь еще и шутер Делюкс. Чик. Чик, 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 чик. Да подожди, это же Галактика. Это не шутер Делюкс. Оп, 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 оп. Ладно, все, я наигрался. Настройки даже есть. Можно рингтон сменить. Давай сменим рингтон. Циклоп, например. О, пятую симфонию поставим. Ладно, пойдем. Да то я смотрю, ты тоже, да, устал. Пока я в телефоне там лазю. Посреди леса ночью. Так, ты след, да, взял? Молодец, что взял след. Это прям вообще неплохо. Я надеюсь, сигнал когда-нибудь поймается, а ты можешь взять след на сигнал? На какую-нибудь там вышку, например. И чё, и куда? Ты уверен, что нам туда? Track, держи след, мой мальчик. Right, я иду за тобой. Подожди, подожди, мне не ответ. Надо узнать, в чем дело. Так, я здесь. Я слушаю. Ты слушаешь твою мать, Элис? Я несколько часов пытаюсь с тобой связаться. Сначала этот пацан, и теперь ты. Я только и делаю, что бегаю за каждым, кто заходит в этот проклятый лес, где тебя черти носят. Мы спустились в ущелье, пошли на север, вышли к заброшенному лагерю, ну и я решил поспать. Погоди, что? Мы были в том районе и не видели никакого лагеря. Но вы и кепку Питера проглядели. Послушайте, мы опять идем по следу. Двигаемся на север. Ради всего святого, Элис, хватит строить из себя героя. Сядь и дождись, пока мы тебя найдем. Эммет, просто идите к лагерю, я от него на север. Я поищу какой-нибудь ориентир, чтобы вам помочь. Элис. Буду держать вас в курсе, конец связи. Буллет. Буллет. Ты понимаешь, что у нас, походу, с тобой кукуха поехала? Шериф говорит, что не было никакого лагеря. А тогда где я спал? Там, где появилась машинка, как она могла просто сама взять и появиться? Может быть, у меня реально с головой не все в порядке, я валяюсь где-нибудь в коме, это мне все снится, например. Ну, мало ли. На сегодняшний гуляю ночью посреди леса, ища мальчика. Я его даже знать не знаю, по-моему. Или знаю. Наверное, знаю. Я не помню, у меня амнезия вечная. Я даже твое имя периодически забываю. Я помню, что ты хороший и верный пес. Подожди, мне что-то страшновато. Тихо. Тихо, Буллет. Ты слышал? Ты слышал, пуля, нет? Ты понюхай только. Никаса от меня говном попахивает. Так, подожди, тихо, что-то происходит. Там в болоте кто-то. Опять эта штука. И какой-то странный звук. Странный. Спокойно, малыш, бояться больше нечего. И почему я нахожу фотографии разных людей? И кто такой Артур? Пирожков? Пойдем дальше с тобой прогуляемся. Ты видишь, что нам... Тихо, ну не бегай так сильно от меня. Мне показалось, там кто-то сзади есть. Да вроде нет никого. Я не могу. Что случилось, Буллет?
Подожди, это то самое дерево? Они же здесь были. Отлично, у меня фонарик, походу, садится. Это то самое дерево. Это что за фигня? Булет, мы нефть нашли, мы миллионерами станем. У нас есть нефть. Шикарно, будем богатые. Так, моя нефть, моя... О-о-о-о. Что за флешбеки? Соберись, Элис, это просто дерево. Элис, базе, я рядом с сухим белым деревом. Во-первых, я... Офигеть, он нашел дерево в лесу шерифа, это издевательство. Я пришел искать ребенка, а не этого недоумка. Хватит, Спенсер. Точно хватит, я пошел домой. Элис, докладывай, если что, конец связи. Да вы что, серьезно, что ли? Здесь дерево и нефть. Или это просто... Да это не обгоревшая тут какая-то черная ерунда, и это не нефть. Как они могли не обратить на это внимание? Они же были возле этого дерева. Здесь какая-то чертовщина творится. Но, по-моему, нужно туда идти. Пес, нам можно еще направо сходить. Но я буду лучше идти за тобой. Ты-то чувствуешь опасность. Еще сразу убежишь. База Элис, указ, мы нашли ущелье, о котором ты говорил. У тебя есть новости? Ты меня слышишь? Да, конечно, я тебя слышу. Да, кстати, вы слышали, что тут кто-то что-то строил? Например? Тут какая-то арматура, может закладывать фундамент или окопы. Окопы? В этих местах не было военных действий со времен гражданской войны, Элис. Ты уверен? Ленинг, я знаю, что я вижу. Ладно, ладно, просто мы поищем лагерь, а потом эти окопы или что там такое. Конец связи. Пуля, пойдем туда. Тихо, чё? Кто? Подожди, Буллет. Это что, реально бункер? Он закрыт. Так, и где же мне, интересно, пароль узнать? Я понятия не имею. Мы бункер нашли. У нас есть нефть, у нас есть бункер. Мы остаемся здесь жить. Пойдем дальше. Да что за звуки-то вокруг? Здесь явно что-то происходит, Пуля. И меня шериф за дурачка считает. Хотя и так дурачок. Местный. Да тихо ты. Да не бегай ты так быстро. Здесь какая-то ерунда, тварь. Машина? Как они сюда вообще проехали на машине? Чё, ты хавчик нашел какой-то? Отлично, это чё, еда? Да, дай мне. Да я сам есть хочу. Дай мне. Собакен. Конфетная обертка, серьезно? Буля, ты способен на большее. Давай, поищи, и, может быть, еще что-нибудь найдем. Давай, иди, пацан, сейчас подожди, я тут гляну. Да уж не то, что я ожидал найти в лесу. Хотя арматуру я тоже не ожидал найти, и бункер. Булет? А, вот он ты. Так, это что? Что это такое? Кассета. Молодец, дружище, так реально гораздо лучше. Так, посмотрим. С хлеб из хлебных крошек. Подожди, ну вот он, Питер идет. Это Питер. А кто идет сзади, его снимает и зачем? Думал, я не замечу Питер. Ага, отлично. И вот на этом прекрасном моменте у меня просто вылетела вся игра.
Ну ладно, что, тогда остановим на этом запись и в следующий раз продолжим. Я так понимаю, нужно было все-таки вот так поднять назад дерево. Я не знаю, с чем это связано, потому что игра вышла. Я надеюсь, выйдут еще какие-либо патчи, например, сегодня. Вот. Как-то вот так вот, ребят. Не забываем ставить комментарии, нажимать на лайки, подписываться на канал. С вами, как всегда, был я, Леха Смерть. Всем удачи, всем пока и с последним днем лета вас.